Доброго времени суток, дорогие коллеги. Сейчас мы с вами поговорим о настройках доступа. То есть, пока вы доступ не откроете к этой табличке, у вас не смогут люди, которые регистрируют вместе с вами табличку, ничего написать в ней. Да? То есть, они смогут только посмотреть. Да, то есть, и сейчас у нас с вами идут настройки доступа «Доступно только мне». Да, вот в этом вот верхнем правом углу мы на них нажимаем. Мы на них нажимаем и нажимаем сразу же расширенные настройки. И вот тут вот мы нажимаем изменить. Да, то есть открыть доступ к документу всем, у кого есть ссылка. И, значит, чтение поменять на редактирование. У нас получается всем, кому вы дали эту ссылку, могут редактировать. Мы нажимаем сохранить. Нажимаем сохранить. И теперь, значит, нажимаем готово. Далее, значит, мы с вами копируем ссылочку, опять-таки, эту в браузерной строке, открываем новый браузер и вставляем, чтобы проверить, да, то есть обязательно проверяйте, да, то есть вот таким вот образом табличка смотрится, выполняется операция, иногда таблички долго грузятся, да, то есть и когда следующий человек будет регистрировать, да, то есть вот каталог номер 5 и номер такой-то, такой-то, да, то есть смотрите, человек уже может редактировать, и вы со своей таблички это можете, конечно же, увидеть, да, вот видите каталог номер 5, и вот он сейчас тут, неопознанный нарвал, да, то есть вот таким вот образом ваши новички будут редактировать смогут. Ну что ж, все, это будет такое вот коротенькое видео. Пока-пока, до встречи в новых видео.